все, друзья, я думаю, после этой поляны я точно уже поеду домой. Привет, друзья! Сегодня мы с вами проедем за грибочками, посмотрим, какие есть грибы в лесу, посмотрим, сколько их, много или нет. Уже, если честно, сезон грибной заканчивается, но мы все равно поедем, прогуляемся и посмотрим. Ну и, конечно же, отсюда я хочу вас примерно сориентировать, кто живет в Симферополе, он может сюда поехать и пособирать грибы. Откуда я начинаю свой маршрут, вы сейчас все увидите. Но вы пока не забудьте подписаться на мой канал. И давайте перейдем к просмотру. Так, ну что, друзья, куда я еду в лес, сейчас я вам попытаюсь рассказать. В той стороне виднеется Строгановка, вот там вдалеке. Вот это новые электропровода, которые здесь недавно, буквально пару лет назад, сделали. Вот там вдалеке виднеются горы Долгоруковской Яйлы. Мы туда ездили с вами за Синеножкой. Ну и, конечно же, здесь мимо такого молодого леса пойдет дорога туда, вглубь леса. Ну и там, естественно, дальше я где-нибудь вам объясню, где остановиться. Конечно же, эта дорога вроде бы такая простая, можно доехать вот до этого места, если у вас низкая машина, и оставить. А дальше, конечно же, придется идти с километрик где-то пешком, потому что там дальше будет несколько луж, которые может не осилить низкая машинка. Ну все, друзья, давайте перейдем к просмотру, посмотрим, какие я буду грибочки собирать, и, конечно же, увидим дальше, какая там природа, друзья. Ну что, друзья, вот уже первые наши находки грибов. Конечно же, они уже начинают заканчиваться. Но я еще не доехал, куда хотел. Это, можно сказать, по пути я увидел с машины и решил остановиться их пособирать. Давайте я вам покажу, что это за гриб. Это лилово-ногая рядовочка. Как вы видите, вот она. Но она уже большая такая выросла. Потому что они уже заканчиваются в лесу. И сейчас мы здесь еще пошурудим по кустам, посмотрим, может быть, здесь еще они будут расти. Хотя это не для них лес такой. Ну, раз он здесь попался, значит, они еще должны быть. Сейчас поищем, если что-то еще найду, конечно же, я вам покажу. Ну что, друзья, раньше я даже и не подозревал, что это съедобные грибы. Теперь я об этом знаю. Кстати, это не является как рекомендация, если что, узнавайте в интернете. Называются они махрушка пурпурная. Вот таким вот образом она выглядит. И, кстати, она, вот видите, она попадается, конечно, плохая. Я ее не беру. Но вот хорошая. Плохую я вам обязательно еще покажу. Ну, которая уже с животными. И я их попробовал все-таки. И они оказались очень даже хорошие. Сейчас я их насобираю, друзья. Чуть позже я вам попробую объяснить это место, где я здесь их рву. Вот, смотрите, друзья, еще. Видите, какие они? Вон еще спрятался, друзья, в кустах. Сейчас мы их все здесь с вами пособираем. Ну и, как обычно, в конце видео вы узнаете полный результат моих сборов. Вон они еще, там целая грядка пошла. Когда они начинаются, их, кстати, очень много. Ну и единственный минус, когда их вот уже в ведре начало что-то появляться, конечно, когда их варишь, вода такого цвета подозрительного. Ну, я так скажу, я уже их попробовал, они очень даже вкусные. Так, ну все, друзья, я полез в эти кусты, сейчас там их пособираю, потому что будет очень неудобно снимать видео и их собирать. Сейчас. Ну, вон они прямо в кустах попрятались, друзья. Ну, уже, конечно же, грибной сезон в Крыму подходит к завершению. Так. Ну, вот таким вот образом сейчас мы их и пособираем, друзья. Вот. Вот таким вот образом они выглядят. Видите, они такие. Сейчас, кстати, они маленькие все. Когда их здесь было много, и они были большие, я не знал, что они съедобные. Думал, что это запоганки. Благодаря вашим, кстати, комментариям, я и узнал о том, что это съедобные грибы. Поэтому, кто их пробовал, пишите ваши комментарии, что вы об этом думаете.
Так, друзья, нашел еще целую поляночку этой мокрушки, мокрухи. Вот, смотрите, они какие здоровые и хорошие. Конечно, которые не засыпаны листьями, мы их получше собирать. Они такие более-менее чистые. А есть еще и засыпанные листьями. Они такие немного, иголки к ним прилипают. Вот такие вот, друзья, красавчики. Так, вот еще. Сейчас это в ведро ложим. Так, здесь еще они идут. Смотрите, здесь уже такие покрупнее размеры. Вот, вот еще. И здесь их целая, друзья, грядка. Вот сейчас мы их все будем собирать. Да, кстати, я в одном из видео, когда я ездил за маслятами, их здесь было столько много. Но я на то время еще не знал, что они съедобные, оказывается. Так, продолжаем наши сборы, друзья. И вот тут прямо в кустах вот так они еще спрятались. Кстати, я узнал от грибников, что, оказывается, грибы надо собирать, корень выкручивать, а не срезать, как я это делаю. Ну, а другие говорят, что надо срезать. Кто знает, как правильно это делать, пишите в комментариях, потому что это такое дело. Чтобы грибы всегда были, надо знать точно. Почему говорят, что надо с корнем его как бы выкручивать? Потому что как бы не остается остаток, и корневище не пропадает. А когда ножом срезаешь, оно пропадает. Ну, а с другой стороны, с корнем выдрать, что потом вырастет. Так что я не уверен в этих сборах, друзья. Поэтому напишите в комментариях, как вы собираете. С корнем их вырываете или все-таки ножичком срезаете? Поляны уйти, здесь вокруг хожу, они попадаются и попадаются. И вот так вот они выглядят обалденно. Кстати, они такие тверденькие и хорошие. Так что будем продолжать наши сборы, друзья. Он уже в ведре начинает больше их появляться. Сейчас мы еще их немного подсобираем. Какая сегодня удачная тихая охота. Вот они, смотрите, еще здесь растут. И все хорошие. Конечно, попадаются, видимо, с прошлого урожая, друзья, которые уже плохие. Но есть хорошие. Конечно же, их немного нужно отварить, чтобы они были более чистые. И потом их с картошечкой можно пожарить. Так, все хорошие. Сейчас мы их все в ведерко, друзья, сложим и продолжим наши сборы. Так, что с них можно готовить, кстати, пока не забыла. Они готовятся по-всякому. Их можно мариновать, жарить, варить, все что угодно, друзья, можно с ними делать. Но я еще только их жарил пока. Так, смотрите-ка, видимо, скоро пойдет сезон, друзья, мышат. Вот они, первые малыши, которые растут. Так, сейчас я вам покажу. Серенькие мышата. Ну, это как бы тоже рядовка. Но это в простонародье его, их знают как мышата. Вот первых несколько штук нашел. Начались морозы. Они обычно, когда морозы пройдут, тогда они и попадаются. Если вдруг попадется много мышат, я вам буду, конечно же, показывать. Ну, а пока мы собираем мокруху. Так, и вон в кустах еще там они растут. Сейчас я буду туда пробираться, потому что с камерой не очень удобно. Но надеюсь, что вам их будет видно. Посмотрите, кого они попрятались. Так, ладно, давайте-ка я полезу и потом продолжим наши сборы. Так, друзья, я вглубь леса даже не захожу. Я от дороги вот здесь чуть-чуть захожу. И сразу попадаются грибочки. Вот. Начали маленькие попадаться. А маленькие я люблю побольше, чем большие. Видите, здесь целая грядочка. Ну, конечно же, большие тоже попадаются. Сейчас мы их все пособираем. Возможно, если дальше по террасам ходить, то там они тоже будут расти. Но я обычно по краю хожу, и этого хватает. Вот видите, друзья,
Здесь еще вот он есть. Вот, наконец-таки он попался. Смотрите. Вот такие брать не нужно, потому что в них уже завелись животные. Ну, и так хватает грибочков, друзья. Вот еще там маленький есть. Видите, все хорошие, идеальные грибы. Так, продолжаем наши сборы. Посмотрим, что там дальше будет нам попадаться. Так, друзья, собираю я здесь вот такая идет дорога. Сюда можно попасть... так как и со Строгановки, так и с Пионерского, проехать там через поля и попасть в эти леса, друзья. И вот здесь, вот по такой дороге, я сворачиваю вот сюда в лесок, на эту сторону, где помоложе сосны, потому что там очень большие, где помоложе, и уже здесь их собираю. По краю хожу леса и вглубь туда не хожу, потому что там кусты. Я думаю, вот даже... сейчас вот так вот зайдем, посмотрим с вами, что у нас здесь. Может, сейчас попадется что-то интересненькое. Конечно же, я хотел насобирать мышат, но сегодня я увидел, что растет. Друзья, вот она. Мокруха. Идеальная. Так что уже синеножки вроде бы как отошли. А эти еще нет, поэтому можно их подсобрать. И, кстати, их здесь очень много. Для тех, кто знает эти грибы и собирает их, то в этих лесах их очень много. Так, друзья, как я сюда добрался, получается, я уже рассказывал, что со стороны Строгановки здесь вот такая вот развилочка. Там тоже молодой лес, там тоже растет мокруха пурпурная. Я уже туда сходил, тоже посмотрел. А в основном я собирал грибочки вот так наверх по дороге, вот по этой пройти. И там начнется сосняк, в котором я и собирал эти грибочки, друзья. Друзья, я нашел еще целую грядку огромадную мокрухи. Вот они вон там растут. Сейчас я буду обходить, потому что не пробраться. Сейчас я обойду, вы сами посмотрите, какими они попадаются сейчас грядками. Сейчас ноябрь месяц, середина ноября, вы посмотрите только, обалдеть! Фух, я в шоке. Все, друзья, я думаю, после этой поляны я точно уже поеду домой. Ну, еще загляну, конечно, что тут есть еще. Вот, смотрите, сколько их здесь. Обалдеть. Просто обалдеть, друзья, сколько здесь этих грибов. И вот так вот они тянутся, и вон туда, в кусты, они дальше и тянутся. Я просто в шоке, какая здесь огромная грядка. Здесь, наверное, грядка сразу хватит их мне на сегодняшний день, друзья. Вон еще в кустах. Все, приступлю к сбору. Вот это урожайчик. Кстати, вон сейчас еще за бревном покажу. Вот смотрите, вот это все идет в грибах. И вот здесь еще немного есть. Так, здесь как раз они такие отличные с толстой ногой. Так, друзья, я вот тут на одном месте прямо понабирал ведро грибов уже. Сейчас там еще грибы остались. Они находятся чуть дальше там. Сейчас я пойду возьму еще одно ведро, пойду дособираю остальные, потому что уже сюда слаживать некуда, они начинают вываливаться из ведра. Так, и потом продолжим дальше наши сборы сегодняшние. Ну что, друзья, на этом сегодняшний сбор грибов будем заканчивать. Сейчас я вам расскажу, что я насобирал. В основном я сегодня насобирал мокруху пурпурную. Вот таким вот образом она выглядит. Это я вам большой сразу возьму показать, чтобы вы видели. Ну, я думаю, вы на протяжении всего видео и так поняли, как она выглядит. Получилось 3 полных ведра. Конечно же, по пути при въезде в лес мне попалась лилово-ногая
рядовка. Всего их 3 штуки. И здесь по чистой случайности я, друзья, нашел один рыжик. Какой-то он здесь. Конечно, это не его лес, потому что я здесь их раньше не находил. Это по чистой случайности. Ну, вообще, друзья, вот такой вот у меня получился урожай сегодня. Грибов еще валом в лесу. Кто хочет, кто знает эти грибы, кто их собирал раньше, то есть это как бы не инструкция вам, но тем не менее вы можете поехать и тоже насобирать вот таких вот шикарных грибочков. Я их раньше даже и не брал, если что. Ну что, друзья, грибной сезон уже потихоньку подходит к завершению. Я сегодня ездил, насобирал мокрух, как вы поняли. Надеюсь, вы тоже эти грибы берете, потому что я раньше их почему-то не брал. Вот тут недавно из ваших комментариев понял, что это, оказывается, съедобные грибы. Перепроверил в гугле, и оказалось, что на самом деле съедобные. Так, друзья, и кому понравилось это видео, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Ну и, конечно же, делитесь видео с друзьями. Всем вам огромное спасибо и до новых встреч в новых видео. Всем пока, друзья!